Добрый день, дорогие мои. Мы продолжаем наши беседы, и некоторые заметили, что я одеваюсь в разные одежды. Это, честно говоря, не для того, чтобы показать, что я некий такой дэнди и в одежды разные одет, а я все-таки специалист по видеокиносъемкам. Я заканчивал высшую школу телевидения, у меня есть диплом режиссер-продюсер телевидения, и поэтому я понимаю, что такое кино-видеопроизводство, и то, что я вот занимаюсь таким производством в неком специфическом виде, где один человек делает все, можно так сказать, направление индивидуального производства, уже практически 10 лет, оно имеет некие все равно свои основы и некие свои, значит, можно так сказать, приемы. И то, что в YouTube по статистике оказалось, что 70% внимания к ролику и нацеленность на ролик относится к картинке, которую представляет изготовитель, то это, в общем-то, и влияет на то, какие картинки для представления ролика я и выбираю. Но чаще всего выбирает, конечно, сам YouTube. Я мало когда вмешиваюсь, поэтому у него есть какой-то алгоритм, и он вот выберет то так стоишь, то как-то вот он в движении любит выбрать это. Но это его, как говорится, проблемы. Самому там из трех картинок, которые тебе представляются, не очень много выбора. Но я-то могу сделать что для картинки? Фон красивый, к чему я, в общем-то, и стремлюсь все время. Чтобы вас порадовать. Поскольку, мне кажется, фон, вот эта природа, они сами по себе влияют. И иногда, как я понимаю, люди меньше слушают, больше смотрят. Иногда наоборот. Вот. Ну и одежды я пытаюсь обозначать некие ситуации, в которых идет беседа, чтобы на той картинке, которая будет в YouTube представлена, люди понимали немножечко, в какую тему эта беседа пойдет. Поэтому там, где я на природе, я всегда, видите, одеваю что-то такое, похожее на крестьянское. Какие-то рубахи, значит, жилеты и шляпы. И шляпы, видите? Соломенные шляпы. Вот. И поэтому как-то уже и отношение в определенной степени к этому сложившееся прилагается. Наверное, от этого и растут количество просмотров, количество подписавшихся и так далее. Мне-то самое главное не обмануть тех, кто пришел на канал, вот поддавшись этой картинке или названию, и действительно раскрыть тему и точно дать название к тому, что будет в самом ролике. Это, к сожалению, не часто встречается, но всегда, даже когда я был журналистом, где в газете отмечали, что у меня есть талант к названиям. Не знаю уж, как относится этот талант к одеждам, но я вот сейчас купил очередную рубашку. Кстати, дешевая у меня вся одежда. Эта рубаха стоит 600 рублей. И у меня набрался состав, по которому я могу вам просто объяснить теперь, что если ролик будет в черном, картинку увидали, то речь будет о духовности. Ну, как-то так у нас отношение к церкви все-таки в черном. Хотя на самом деле до падения Византии, это 15 век, одежды у христиан были белые. И в
Все, это в Византии, когда захватили османцы, турки захватили, они запретили выделяться христианским священникам и, в общем, носителям, и запретили носить белые одежды. И тогда все переоделись в черные, что тоже отличалось, поскольку османцы не носили черного. Все эти черные одежды теперь у некоторых, значит, народов это уже к мусульманству относящиеся, которые каким-то образом так выделяют. А так вот на самом деле было белое. Но все-таки у нас сложилось, что черные. Поэтому, когда мы идем с вами в разговор о духовности, о церкви и так далее, будет черная рубашка. Если что-то радостное, праздничное и нацеливающее нас на какие-то такие радостные состояния и все остальное, давайте будет красное, да? Вот я в красной представляюсь, и мне нравится в красной выступать, поэтому будет красный. Ну а белую я тогда оставлю, знаете, что для разговоров о здоровье, о медицине, да? Так будет понятно. Матушка вчера как увидала, говорит, ну все, теперь тебя будут за врача считать. А нет, это просто рубашка такая светлая. Ну, а может быть еще и шляпу присовокупить, если медицине природной. То есть я как бы вышел из природы и разговариваю о природных веществах. В общем, вот так вот. Только для этого все это сделано, для того, чтобы все-таки картинку как-то выстроить и людям объяснить, что я от них хочу и, вернее, что я им хочу дать. Все. Надеюсь, вам это объяснение будет понятно и достаточно для того, чтобы, ну, не осуждать меня, что я тут переодеваюсь, одеваюсь и всячески стараюсь для вас. Потому что я стараюсь, стараюсь и звук такой, как нужно сделать, и кадр вам выставить, чтобы все-таки было удобнее. Спасибо вам за внимание к этому ролику. Если у вас есть какие-то свои советы и какие-то предложения, пожалуйста. Если у вас есть претензии, что я не делаю таких заставок, как все остальные делают, и у них всякие такие красивые, с надписями. Ну, это дорогое производство. Сам я, честно говоря, не умею такого вот чужое что-то взять не очень хочется. А те, кто умеет такое сделать, вот заставочку, ну, я буду благодарен, если вы сделаете и пришлете, потому что я долго пользовался рисунками, которые сделали мне ангелы нашего приюта. И с удовольствием приму еще какие-то. Но посылайте на почту. Вот там почта у меня есть в конце каждого ролика и в начале ролика. Есть данные на нее, поэтому присылайте. Буду рад. Помоги всем Господь, здоровья всем, радости и хорошего вида. Аминь.